Живе Беларусь! Слава белорусским героям Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем героям, имена которых, увы, мы не знаем. И вот у Беларуси этапировали Марию Колесникову в Гомельскую женскую исправительную колонию номер 4. Душа просто болит и очень тяжело говорить о том, что происходит с Марией Колесниковой, которую Лукашенко приговорил к огромному сроку. Хотел бы пожелать Марии Колесниковой силы духа, здоровья и сил, чтобы она как можно с меньшими потерями перенесла все, что, так сказать, судьба ей дала на ее жизненном пути. Этот человек мог уехать за границу, но она выбрала борьбу в своем доме, борьбу против того, кто в ее доме, в ее стране, а эта страна, это дом белорусов, она выбрала путь борьбы с диктатором Лукашенко и вызвала, так сказать, огонь на себя и дала такой пример всем людям не бояться, а бороться. И то, что Лукашенко ее, так сказать, отправил в тюрьму на такой огромный срок, это подтверждает, что он ее боится. Потому что того, кого он не боится, он не трогает. Он трогает только тех, кого боится, убирает своих врагов. Хотел бы пожелать Марии Колесниковой всего наилучшего и поскорее выйти на свободу.